Сәлем, достар! Бұл ел не дейді подкасты. Сіздермен бірге Дархан және Ғалия. Сонымен, достар, бүгінгі біздің тақырымыз қазақтың тойы. Қазіргі жастар тойды жасайды ма? Тойды жасау керек деп ойлайды ма? Осы туралы білейік, сөйлесейік, көрейік. Кеттік. Ертеде қазақтар той томалақсыз ешқандай қуанышты өткізбеген, ал біз қазір осы тақырыпты қозғаймыз. Бүгінгі тақырып той туралы болма. Бывали на них? На тойх, да, была. Нет, к сожалению, не успел, но слышу про них много. Бред барып көрдім я. Той қазақтың ырымы, салт-дәстүр біздің. Бірақ өкінішке орай қазіргі уақытта біздің той адамдарды қарызға батырады. Иә. Кредит алады, сосын көп адамдар сырапшылыққа жол береді. Что слышали конкретно? Да, видите, что слышали. Ага. Ну, это прям большие мероприятия, как я понимаю, человек на 300, когда зовут очень много родственников. Ну, это меня, естественно, удивило, да. Потому что у нас... 300, это знаете, это так, на лайте. Это норма. Я пока больше не слышал. 500 есть. 500. Слышал, что заезжает прям машина в ресторан, какие-то вот такие вещи. Звезды. Звезды, да. Про вертолеты рассказывали вам? Про вертолеты нет. Еще? А, ладно. Ага. У нас это прям по-другому немножко. Само шоу нравится, а... но я против тоев. Мне муж казах, и я против тоев. Так, нравится? Как тебе? Скучно. Ну, я люблю танцевать, но только там много агашек, татишек, и даже я на своей ровеснице на той была, но все равно там ее друзья были, которых я не знаю, мне было скучно, я не знала, что делать. Так, давайте теперь раскрываем. Мы долго ждали наших таких гостей, которые вот так вот заявят. Я считаю, что это пустая трата денег. Непосредством, так сказать, проводится тои, и я против этого. Лучше какие-то более... камерные такие события отмечать, чем так, так роскошно, как у нас. Твой же сайт новый барма? Заголовок тоже. К сожалению, нет. Мама не будет хочу. Требовать, будешь делать? Ну, если я за нее деньги, то да, наверное. Твой же садом здоровый. Твой же садом. Нет. Да? По вашей инициативе? То есть вы обошли свадьбу? Ну, мы так решили, да, что вот как раз таки, чтобы не делать той, у нас была просто... вечеринка, банкет. Это было написано в e-mail, отправили всем друзьям и знакомым, что будет банкет, посвященный нашему бракосочетанию. Жағдай болмай, тойды кредит жасайтын болса? Мен ойымша ол қате нәрсе. Сен жасамас па едің кредитке? Жоқ, мен кредитке жасаған жоқпын. Я лично предпочту свадьбу более маленькую, чем кредит, потому что это влияет на всю жизнь. Я, в принципе, против брать кредит на какие-то эмоции, по типу путешествий или той же свадьбы. Я считаю, что кредит можно брать только на что-то, что принесет тебе деньги впоследствии, а свадьба она не принесет. С одной стороны, с другой стороны, это единственный твой момент в жизни, когда ты будешь жениться. Ну, по крайней мере, должно быть так. Да. Хотя я уже в разводе, но это уже другая история. Вот. Так что я думаю, что в теории можно, но я бы скорее попрошел помощи родителям, что-то такое. Ну, еще одна деталь, что часто дарят деньги на свадьбу, поэтому в теории можно закрыть часть кредита. Но если брать казахские свадьбы, вот той, я думаю, там вы ну, до конца жизни будешь закрывать, учитывая, сколько людей. Это точно. Вот это понты лишние, ну, это видно, это реально видно. Просто если хотите делать, но бюджета не хватает, ну, сделайте так, как получится. Никто за это осуждать не будет. Шамал, где пиджаткан... ақшаны сол көлігін сатып, кредит алмайын деп, өйткені кредитте пайыз бар, өте шамалы ыңғайсыз болады. Жұлдыздар шақырушы, қалай қарайсыз? Почему нет? Если есть деньги, почему нет? Да. Если, ну, все зависит от кошелька. Очень сильно хотел бы, чтобы Алексей Чумаков выступал бы. Ну, просто хотел бы. Керек емес нәрсені ұйымдастырат, жаңа концерт, той емес концерт болып кетеді. Жұлдыздар жүреді. Иә, сол бір-бірімен жарысып, анау көршім, анау бауырым өткенде тойға анау жұлдыз шақырып еді, мен мынаны шақырамын дегенде. Сондай шамалы болмайтын жерде бәсеке болады да. Ол қаншалықты тиімді, қалай ойлайсың? Негізі, мысалы, мен қаласам тойды, ал менің әйелім қаламаса, біз жасамаймыз. Осылай. Өйткені көбінесе әйелдерге керек тұр. Көбінесе өйткені олар жақсы көреді осындай видеоларды жасап, қыздарға көрсетіп, сәнді көйлек киеді. Ал балдарға не керек болса төлейді. Мен ойша, бірақ та
көбінесе айтады ғой, неге көптеген адамдарды шақыру, иә, көптеген ақша кетеді. Иә, кетеді. Бірақ та менің ойымша, сенде ақша көп болса, почему бы не сделать то же? Сенің шамаң келмесе, қызың жасаймыз десе, қолда ақша жоқ, жасайсың ба? Жоқ, мен былай айттым. Екі жылды күт или бір жыл. Мен сол ақшаны жинаймын, иә. Содан көреміз. Әдемі болашақ. А что именно тебе не нравится? Там просто много говорят люди, ну, как сказать, вот. Выходят, да, с центра и много говорят. Никто не слушает, да? И то этими приходят. И слава богу, то, что на тоях, в которых я не была, не подавали алкоголь, но иногда я видела то, что на тоях там в конце кто-то буйный начинает с кем-то драться, да. И... Ну, на тоях, если еда вкусная, то можно хорошо посидеть спокойно. Ну, просто на тоях проблема в том, что ни с кем разговаривать. В целом-то все весело, все встречаются по-хорошему. А тосты вам нравятся, когда два часа разговаривают? Долгие? Да, очень. Долгие тосты, например. Осы жерде, тойдың ішінде, қай бір жақты алып тастайтын едік? Білмедім, ой, өте қиын сұрақ негізі. Лучше оставлять еду национальную казахскую, потому что национальность, да? А то, что вот... Тамада делает какие-то игры, какие-то там тосты говорят, это уже зависит от программы, от шоу-программы зависит. Если муж и жена хотят это сделать, пускай делают, если не хотят, пускай не делают. Очень просто. Негізі дастархан жайып, атшап тұрып, біздің қазақтар той жасаған ғой, бірақ енді жаңағы жұлдыздарға көп ақша кетеді, өте көп кетеді. Сондықтан мен сол жұлдыздарды алып тастар едім. Сол жұлдыздың орнына басқа да ән айтатын адамдар бар. Бақтар жанбай жүрген, жаң, домбырамында белейтіндер де бәрі бар. Қарапайым? Иә, қарапайым жасау болады, одан да жақсы өту мүмкін. Бір жұлдызға 2 миллион, 3 миллион лақтырғанша. Аландай дәстүрлер ше, мысал, шапан жабу, сый беру деген сияқты? Ол бәрі бар, енді ананың сүті бар, дейді, анау бар, мынаусы бар, енді бөліп шамалы. Оны да қарау керек енді, өзімнің. Шамана Гарай. Ну, я уже выше сказала, мне кажется, что все-таки это должно быть более... В узком кругу? Да, узкий круг, потому что у нас все-таки это приглашается уже там друзья друзей. Друзья соседей. Ну, я понимаю, что это нужно традиционно. Мне кажется, что все-таки традиция немного исковеркалась за счет времени, так сказать. Вот, я думаю, что это иначе... традиционные, исторические. Я плохо знаю историю, но я думаю, что это было все-таки более мелкого какого-то масштаба. На нынешнем формате тоя, но я бы добавила немного ушки кошачьи, чтобы хоть как-то повеселее было. Гостям? Да, гостям. Ушки кошачьи добавила бы. Какую-то либо, тему, да? Да, какую-то тему добавила бы. Определенную тему, которая нравится и супруге, и ну, невесте, и ее жениху. Любая тематика. Тематика Наруто, аниме, да, там, да, да. Либо там Игра Шрека, престолов. Кто-то там Шрека, кажется, одевался. Да, Шрека. Да, вот да, вот да. Это вот прикольно, вот это вот не скучно. А когда традиционно, а по-обычному все просто в конце плачут и все, а весь той проходит сыро и нудно. Какой совет вы бы дали на эти деньги? Что можно сделать вместо той? Вложиться, купить акции, наверное, или коммерческую недвижимость и ее сдавать. Скорее всего, я бы сделал так. Или просто недвижимость. Не делать той, собственно, как мы тоже делали, а эти деньги потратили на путешествия. То есть вот то, что нам... ясно. Да. Вот, ну, дальше кто как хочет, а я думаю, что это вот посидели, отметили такое прекрасное событие и куча возможностей других, в том числе... Я считаю, что первое – это путешествие. Тойды шаман келсе жаса. Шаман келмей ма, шамана қарап жаса. Шағын. Да. Үйге шақырасың ба, әлде қай жерге шақырсаңда, әйтеуір той жасайсың ба, оны шамана қарап жасаса. Екен біздің адамдар, жаңа айтқандай, өте қатты қарызға батады да, сол жаңа жас жұбайдың басталмай жатқан нелері, өмірлері. Неден басталады, қарыздан, банкқа бару керек, пайыздары бар дегенде. Сондықтан оған жоламайғаны дұрыс.
Достар, ел не дейді подкастының кезекті шығарылымы аяқталды. Арнамызға жазылыңыздар, комментарий, пікір қалдырыңыздар. Кездескенше!